легкий, волнующий, романтичный, фужерно-фруктовый унисекс аромат. Но все-таки мне кажется, что он больше подойдет именно женскому полу. Дальше немножечко расскажу про концепцию бренда. Крышки, стоперы, флаконов украшены японской традиционной живописью по ткани. Так они выглядят. Если кто-то захочет брать, да, сразу полноразмерный флакон вместе со шкатулкой. Дальше здесь вместе с флаконом 50 миллилитров идет рефил на 10 миллилитров, который в дальнейшем вы сможете наполнять из флакона и носить его с собой. Данная крышка флакона от 50 миллилитров одновременно является футляром для travel версии. То есть вот эта крышечка, она открывается. Вот сюда вставляется travel версия. Вот эта крышка непосредственно для travel версии, которую вы будете носить с собой. То есть, а эта крышечка идет на полноразмерный флакон 50 миллилитров. А теперь немножечко о самом аромате. Это ароматическая композиция, она открывается вареньем из черной смородины и бархатистым медовым персиком. А в сердце аромата мы слышим нотки зеленого чая, которые придают аромату определенный шелковый оттенок и не дает ему заслащиваться, что самое главное. Нежный мускус и кедр, ваниль и сливочная карамель усиливают глубину и мягкость звучания парфюма. Это аромат самый теплый и нежнейший сменный нот. Кто любит гурманику, обязательно обратите внимание на данный парфюм, но сразу хочу сказать, что это не та гурманика, которую хочется съесть, а именно та, которую хочется вдыхать и которой хочется пахнуть. Для меня это действительно сливочно-сладкий букет с ягодами смородины и бесподобной сладостью, но не приторной. Пока что в наличии еще есть свободный travel формат 10 миллилитров вместе с футляром. Если кто-то хочет забрать именно его, а не в распив, напишите мне, пожалуйста.